За плечами почти 30 лет педагогического стажа. Оксана Васильевна – учитель истории. Выбор профессии случился еще в младшей школе. Закончила педагогический и приступила к работе. История – это не мертвая наука, как многие считают. Это живой организм, который развивается и за которым нужно успевать. И история – это не простой набор дат, которые нужно знать, потому что за каждой датой стоит событие, человек, личность. Все это нужно связать, чтобы у учеников было взаимосвязанное понимание того, что происходит в истории в любой период. В первую очередь быть интересным и учиться вместе с детьми. Вот важные правила для педагога, уверена Оксана Васильевна. Только тогда школьников удастся увлечь в сложный предмет. Она ко всем ученикам относится как к своим друзьям. И это очень хорошо. Нам она очень нравится, мы ее очень любим и всегда ее поддерживаем. А еще педагог убежден, учебник нужен только для работы дома. На уроке исключительно интересные факты и исследовательская работа. Последние 2 года в 5-й многопрофильной изучают еще и историю Нефтеюганска. Это и жилищное строительство, и повседневная жизнь, где героями становятся родители, бабушки, то есть те, которые с нами рядом. И естественно, что это интересно, потому что это история, которая касается каждого ребенка. Учиться с Оксаной Васильевной просто, говорят старшеклассники. Наверное, поэтому у педагога многие успешно сдают ЕГЭ, а еще занимают призовые места на региональном этапе Олимпиады. Но это не главный показатель труда, считает учитель. Важно другое, когда дети выбирают свои профессии, историческое направление. А таких среди выпускников педагога немало. Кристина Кочерова, Евгений Трефилов, телерадиокомпания «Юганск».